Здравствуйте, с вами в эфире Campus Pro, и я его ведущий Влад Певчанский. Наш выпуск сегодня особенно интересен для студентов, обучающихся специальностям, связанным с нефтегазовым делом, экономикой, энергетикой, бизнесом и статистикой. Мы считаем, что талантливых и перспективных студентов нужно поощрять, и поэтому в 2011 году мы запустили нашу программу. Такую запись вы можете увидеть на сайте компании British Petroleum, британской нефтегазовой компании. Надо заметить, что эта нефтегазовая компания вторая по величине, торгующая в мире. Каким образом British Petroleum поощряет успешных студентов ведущих вузов нашей страны, смотрим далее. Компания British Petroleum объявила о начале стипендиальной программы для студентов старших курсов бакалавриата и специалитета ведущих вузов страны. Но участвуют лишь те, которые изучают такие области науки и техники, как нефтяное, газовое дело, нефтегазодобыча, нефтегазопереработка, строительство трубопроводов и другие. Если у вас отличная академическая успеваемость, есть желание развиваться в энергетической отрасли, вы обладаете целеустремленностью, то заполняйте заявку на сайте программы. Не забудьте подтвердить успеваемость, а после смело проходите собеседование с представителями компании British Petroleum. И только тогда вы получите заветную стипендию. Заявки принимаются с 1 апреля по 5 мая 2014 года. Чтобы разузнать об этой стипендиальной программе побольше, мы обратились к компетентным в этом вопросе людям. Связаться с представителями самой British Petroleum, к сожалению, возможности у нас нет. Но директор департамента молодежной политики Илья Яськов рассказал нашим корреспондентам об этом в подробностях. Компания British Petroleum начала сотрудничать с ДВФУ в 2012 году и выделяет средства не только на стипендии, но также еще на некоторые другие направления. Что касается стипендий. Стипендия выделяется для студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров-специалистов, для магистрантов и аспирантов. У них разный размер стипендии. Для бакалавров и специалистов это 10 тысяч рублей в месяц. Всего такую стипендию может получать 10 человек в университете. Для магистрантов 15 тысяч рублей в месяц и для аспирантов 30 тысяч рублей в месяц. Вот, как происходят отборы? Для того, чтобы подать заявку, необходимо зайти на сайт British Petroleum по ссылке bp.com/russia, и там уже найдете. Затем, значит, скачать бланк заявки, заполнить ее и выслать координатору. Координатор затем пересылает нам заявки тех студентов, с которыми они хотели побеседовать. Мы их приглашаем, приезжает координатор, и в формате беседы там на весь день мы по времени распределяем всех, происходит беседа, и в конце концов уже определяются студенты, которые получают такую стипендию. Она выплачивается в течение 10 месяцев. Значит, ну, то есть 100 тысяч рублей можно получить за год. Причем не обязательно обучаться на экономике, да, можно обучаться на юриспруденции, но если у вас научное исследование именно в этой отрасли идет, да, вы, например, изучаете международные экономические рынки там, и какое-то там юридическое сопровождение, то вполне можно претендовать на эту стипендию. Кроме того, компания British Petroleum также выделяет средства для привлечения знаменитых русских ученых, которые сейчас где-то за рубежом преподают, да, чтобы они, например, приезжали в университет наш и давали какие-то лекции открытые и так далее. Также компания British Petroleum выделяет гранты в размере 300 тысяч рублей, количество 5 грантов на группы, в которые должны обязательно ходить студенты на реализацию каких-то проектов, также по вот таким же направлениям научной деятельности. Те заявки, которые студенты заполняют, там она такая довольно подробная, ее можно там хорошо заполнить, себя прорекламировать. Естественно, об этом речи не идет, потому что представительство British Petroleum в России, это на самом деле не очень много людей, потому что оно здесь занимается такой, в основном, операционной деятельностью, как управляющая компания, оно управляет активами своими, вложенными в другие нефтегазовые компании. Но если человек выдающийся, я думаю, его могут заметить, и, конечно, он может получить какую-то стажировку, но пока об этом речи не идет. Обычно у нас конкурс человека 3-4 на место. Сейчас пока еще продолжается прием заявок. Всевозможные поощрения студентов как самим университетом, так и внешними компаниями дают еще больше мотивации для достижения успеха в учебе. Только вот иногда студенты, да и не только, заблуждаются, думая, это не про меня, мне все равно этого не получить. Не повторяйте их ошибок, за всеми достижениями должна стоять награда. Так что если вы подходите по критериям для конкурса в стипендиальной программе от British Petroleum, подавайте заявку. С вами был Campus Pro, желаем успехов, до свидания.